День добрый, уважаемые коллеги. Меня зовут Сарамыцкая Алена Николаевна. Я международный сертифицированный тренер по инъекционным и лазерным методикам. Я имею большой клинический опыт, и первая моя специализация – это лазерная хирургия. Я работаю очень много с аппаратными методиками. И много лет назад у меня был другой аппарат HIFU без визуализации. Проработав на нем довольно-таки много времени, к сожалению, я получила нежелательные эффекты. Для меня это явилось, наверное, основным критерием поиска нового аппарата. И когда компания Мерс предложила мне альтеротерапию, и основным приоритетным в моем выборе это был, конечно же, режим визуализации в режиме онлайн. Потому что, к сожалению, те неприятные моменты, которые может получить и увидеть доктор на процедуре без визуализации, это ожоги, это воздействие на нервы и постпроцедурная нейропатия, к сожалению, ее в отдаленном периоде, а также птозы и парезы также могут иметь место при работе без визуализации. Кроме этого, ожоги. Кроме этого, если у пациента стоит перманентный филлер, это может также быть причиной ожога, к сожалению, да, и мы это видим и разбираем колоссальное количество осложнений, когда специалисты работают в режиме без визуализации. Поэтому для меня, прежде всего, мой выбор – это моя безопасность и безопасность моего пациента. Это всегда работа в режиме онлайн. И мой выбор – это альтеротерапия. Я всегда в каждую секунду подачи импульса понимаю, на каком уровне я нахожусь. Я всегда онлайн-режиме. Кроме этого, я понимаю, что альтера – это предсказуемый и естественный результат. И очень важно в нашу эпоху социального такого активного прорыва в жизни пациентов наших, в жизни женщин, понимает, что мы работаем без реабилитации. И пациентка, которая выполнила процедуру альтера, может пойти спокойно в свет выйти, не имея периода социальной дезадаптации.